Уважаемые соотечественники, примите наши искренние поздравления с Днем Независимости Республики Узбекистан. Этот праздник по праву считается символом свободы и могущества нашего государства. С момента обретения независимости наш народ блестяще продолжил великую историю Узбекистана новыми достижениями и успешными преобразованиями. За годы независимости мы добились мирового признания и большого прогресса. Мы с вами счастливые люди, потому что вот уже 29 лет живем в свободной и независимой стране, прославленной делами наших великих предков. Сегодня их дела продолжаем мы, и наш долг – сохранить историю и независимость страны, активно принимать участие в строительстве передового государства. Важно уважать друг друга, преодолевать любые трудности и добиваться успеха. Как подчеркнул Шавкат Мированович Мирзиёев, во имя памяти наших предков, отдавших свои жизни за наши нынешние светлые дни, за нашего 34-миллионного народа и за наших детей и внуков, мы никогда не свернем с пути независимости. Мы обязательно добьемся своих целей и все вместе построим великое будущее нашего родного Узбекистана. В этот замечательный день мы желаем вам крепкого здоровья, благополучия, стабильности. Пусть в вашем доме всегда царит мир, согласие и